Самолет Москва-Алматы. Прилетает рано утром, еще до восхода солнца. И у вас всегда есть выбор. Или успеть лечь спать засветло, чтобы как-то себя сохранить, или посмотреть восход солнца над Алматы. То есть не спать и уже сразу и окончательно закрыть возможность вернуться в прежнюю временную реальность. Так я впервые оказался в Казахстане. Поехали, кое-что посмотрим. Бах, давай в отель, я на ходу засыпаю. А там сразу проснешься. Куда? В горы, точно не пожалеешь. Поехали. Бахыт по-казахски значит «счастье». Только этим можно объяснить, почему в 6 утра после ночного перелета, с трудом держа глаза открытыми, я согласился поехать посмотреть кое-что. Город золотой. Бах, чего ты поешь? По делам голубым есть город золотой. Это про Алматы? Не знаю. Посмотри, какой цвет. А сколько лет этому городу? Ну, здесь сакские курганы нашли. Mm-hmm. Они жили в 6 веку до нашей эры. Официально посчитывается 150 лет этому городу. Здесь люди всегда жили. Почему ты так думаешь? Райское место. Согласен. Так я впервые оказался в плену у казахов. Наверное, Средняя Азия также выбила из времени Тамерлана и Македонского. Это когда вроде никто не держит, а уезжать не хочется. Тормозишься, одним словом. Наверное, это из-за гор, которые рядом. Но если хотите узнать Алмату на вкус, идите на рынок. Почему здесь самые вкусные яблоки? Есть много объяснений. Говорят, что первые яблоки пошли отсюда. Может быть. Но, как известно, лучше один раз попробовать. Днем приехали Игорь и Никита. Они не были казахами, они были русскими, но также не хотели уезжать из этого плена. Игорь здесь родился и знал Алмату на вкус. Где и в какое время суток лучшая самса, где плов, где мясо по-казахски, а где каазы. Никита, как и Игорь, коренной алматинец, но работает в Москве. Сейчас занимается одним проектом, так как является саунд-продюсером. Что это такое? Это конина. Попробуй. Да, очень вкусно. Угу. О, вкусно? Ну да. Любовь казахов к лошадям не имеет границ. Буквально. Казы как проявление этой любви. Говорят, что оседлать человеку лошадь стало возможно только после того, как он научился с ней дружить. Давным-давно люди охотились без лошадей. А лошадей только ели. И чтобы сесть на лошадь верхом, нужно было перестать их ради мяса убивать. Я думаю, иначе лошади не согласились бы с верховенством всадника. Но казахи и хорошо сидят в седле и едят казы. Вот такой цирк с конями. Можно сказать, казахский цирк. Да, это действительно вкусно. И, наверное, чтобы позволить себе есть казы, нужно точно знать, что ты живешь не зря. После вкуснейшего обеда мы с Игорем и Бахой отправились в гостиницу, где я поселился.
а Никита покинул нас по своим делам, но обещал вернуться. Каждый год... Вань, я тебе точно говорю, в Алматы есть то, что называется дланью Господней. Поясни. Вот яблоки, они есть везде. Ну? Но таких душистых и вкусных я еще нигде не встречал. А если есть что-то, что есть везде, но это что-то отличается уникальными качествами, то это свидетельствует о том, что это место под дланью Господней. Ну ты и завернул. Точно. Так, окей. Ты еще что-то хотел добавить, да? Смотрите с 14 декабря. Рыба. Они много где есть. Но таких, как на Иссык-Куле вкусных, я просто нигде не встречал. А это означает то, что мы с ними в одной зоне воздействия небесной благодати. Окей, я понял. То есть ты хочешь сказать, что на Иссык-Куле какая-то особая вода? Не то слово. Вот ты можешь всю ночь куролесить, минут 10-15 буквально поплаваешь и выходишь абсолютно трезвым, обновленным и полным сил человеком. Но не только там есть такие места. Да. У нас они тоже есть. Ага. Да. Мы еще долго обсуждали яблоки, чебачки и озера на Иссык-Куле. А затем Баха предложил поехать в одно место, которое, как он сам сказал, я не забуду никогда. Угу. Вода, которая бежит по Арыкам через весь город, еще 70-100 километров выше по течению была просто льдом. И этот лед замерз несколько тысяч лет назад. А в 70-100 километрах ниже лед, превратившийся в воду, омывает город Алматы. Проще говоря, люди могут жить, перенимая друг у друга полезные навыки и знания. Эдакий котел, где варятся и взаимообогащаются самые разные культуры. В горах живет Валентин. У Валентина баня на берегу горной реки. Нет, не русская. Для меня казахская. Валентин называет свою баню «Сакская» – баня кочевников. Это военная палатка, натянутая на остов из скрепленных между собой жердей, с грудой раскаленных камней внутри, лавками, а рядом ледяная речка. Мы сидим в той палатке, и Валентин рассказывает, как точно в такой же бане парился Тамерлан. А что? Я верю. Это целый ритуал, который проводит Валентин. 7 раз мы заходили в палатку, и 7 раз после этого окунались в ледяную воду. Валентин объяснил, что не надо вытираться после того, как ты вышел из реки. Надо дать капелькам воды испариться с тела. Таким образом, объяснил Валентин, ты соединяешься с энергетикой этого места, Земли и энергетикой космоса. После первых 2 заходов Валентин начинает применять в ритуале бальзам собственного приготовления. Он раздает каждому по 2-литровой бутылке с жидкостью. Лить нужно бальзам маленькой струйкой прямо на темечко, растирая его сначала по голове и лицу, потом по шее, плечам и груди. Парился Тамерлан. А что? Я верю. И Назарбаев тоже верю. А вы езжайте, попарьтесь, тогда поймете их обоих. Mm-mm.
Проснувшись ближе к вечеру, перед вылетом в Москву, я решил немного прогуляться и заскочить к Никите в студию звукозаписи. Ребята были настолько увлечены музыкой, что первое время меня даже не замечали. Никита предложил прогуляться по Арбату. У меня было несколько часов до вылета, почему бы и нет. Мы болтали о музыке, о новых направлениях, спорили на тему, что сейчас модно, а что нет. А затем я услышал это. И вот скажите мне, саунд-продюсеру, как можно на двух струнах играть так, что слезы наворачиваются? Что это? Зов предков? Или его тембра – это просто струны души? Ну что, будем прощаться? Не прощаемся. Слушай, Вань, да. У меня к тебе вопрос, вот с первого дня нашего знакомства. Да. Да, да. Для чего тебе одинаковая пара кроссовок разного цвета? Давай в другой раз приеду, расскажу. Нет, подожди. Чтобы не забыть. Что не забыть? Ну вот смотри, у каждого свое. Ты свяжешь разноцветные кроссовки со мной. Но это бессознательно, понимаешь. А если хочешь что-то не забыть, поставь себе напоминалку. Давай. Теперь на пути из России в Китай я всегда делаю остановку в Алматы. Так получается. Вот так я и оказался в плену у казахов.